Здравствуйте. Здравствуйте. Здоровайтесь. Кто вы? Какая команда? Откуда? Мы команда Beatles. Команда The Beatles. Мы из Винницы. Здорово. Это вся информация, ребята. Да, в принципе, да, больше ничего нету. Что мы? Все вроде как бы, да, понятно. Как живем в этом отеле? Как вы пришли к этому? Как вы докатились до такой жизни? Чего вы приехали? Элина, ты чего приехала? Я попеть. Правильно, Элина приехала петь. То есть Сашка тоже приехал. Я приехал участвовать в конкурсе. Как называется? Красоты. Мисс модель по-украински. Тут рядом просто. Да все нормально. Приехали как все команды. Я просто не с ними даже. Кто это? Мужчина, отойди. Мужчина. Да, Ярослав, это наш водитель. Да, это водитель. Велосипеда. Такой шутки такой, знаешь. Какие у вас ожидания от фестиваля? Попадете ли вы в сезон, как вы думаете? Сейчас Винницким очень прет, говорят. Это так говорят просто. Это штамп. Нет, я из Одессы. А тебе прет, видишь, ты же снимаешься. Никто не должен загадывать, попадет кто-то в сезон или нет. Главное, хорошо выступить. Ну, это простые вещи, наверное, все это знают. Хорошо выступил, ты идешь дальше. Плохо выступил, сидишь дальше. Сидишь дальше или идешь, сидишь дальше, смотришь, там есть. Хорошо не, ну они, у них реально планы очень большие. Если они водители сюда привезли, оплачивают это все. То есть это, ну, ребята готовы. Причем это Одесси, там в тельняшке. Ну, местного наняли. Да, так и да. В народном костюме одесском. Ну и напоследок, если у вас два исполнителя, вокалиста, может вы споете что-нибудь? Не, мы не можем. У нас скоро выступление, мы бережем свои связки. Да, да, да. А водитель заболел. А водитель. Давай. Да ладно. Удачи вам, ребята. Спасибо.